Так сейчас еще и поезд не сролишь. Так мне он нахуй не надо, у меня он есть. Я шел одной трубой, бля. Ну, кольцо тогда, совета. Да, мне тоже нахуй не надо. Я говорю, я шел за одной трубой, бля. А бычка КД у тебя? Да. А что сегодня Геру, да, соберут? Что там? Я собираю. А кем будешь себя, локом этим, да? Ну, я локом уже ходил, я, ну, он еще голый в Геру, я с пугами хожу только локом. Наебалский вагон нахуй рейли. Этот самый. Валера, прием! Хотя, бля, я даже этим локом, блядь, я уверен, что я пошел бы, я по-любому в небо, блядь. В конце, я был бы где-то, блядь, там, в десятку точно пошел бы этим локом, блядь. Ждем, короче, Валера, блядь, там где-то своей работы. На переходке, так, малость по тактике. ШП, приз, ты меня слышишь? ШП, приз, прием. Смотри, начинается переходка, мы не будем стопать, начинается переходка, появляется зеленый. Сразу играем в зеленого слизня, блядь. Как только он только выливается, сразу развернулись, обдотали, пока он должен будет начинать кастовать, у него уже пол хп не должно быть. Вот этот самый. И красного замедляй, вот смотри, если есть выбор, замедлить зеленого либо красного, замедляй красного, понял? Кидай проклятие, которое каст снижает. Валера, блядь, заебал. Не води, играй, милики, играйте в босса. Милики, свичитесь только на переходке в зеленого слизня, когда он выберет цель. Милики, долбите босса. Блядь, ну где этот ебучий Валера? Ебаный в рот, ну. Валера, настало твое... Ну, принимай чек. Все, отлично, все готовы. Вот, дипей. Сразу вот все. Давайте, фул беды. Так, стоим час уже. Давайте, переводим босса сразу. Больше урона. Дамажьте, прожимайте буста. Вот красного замедлишь. Все сейчас сыграем в зеленого. Как, ну передай чуму, бля, Рятик. Зачем ты выбежал с рейда, бля? Чё ты не бьёшь босса, бля? Бей босса, нахуй, ковыряй. Играем в зелёного. Херню сделали, по-моему. Мах, обернись, блин, конец. Мах. Пизда, вайп. Падайте, зайдите. Да нет, нам не хватало, не хватает дамага. Да, у нас хватило дамага. Видели, что Ретрик сделал, блядь? На него кинулась чума, он просто выбежал и стал в стороне и стоял, вместо того, чтобы убить босса, блядь. Сука, что? Сука, кого? Блядь. Меня просто нахуй пригорает, блядь, от этого. Даланель, ты тактику знаешь? Или ты тупой, блядь? Напиши, я тупой мудак, я не знаю тактику, я тебе объясню, что ты должен делать, блядь. Взял, блядь, чумой встал и стоит вне рейда, блядь. Да ничего не пизданет, блядь, все было бы заебись. Сука, как вы меня бесите, блядь, это просто пизда. Я бы забрал, просто долбите босса, блядь. Вас никто не просит думать. Я вам скажу, блядь, передать чуму, я вам все скажу, блядь. Сука, лучше бы вы включали мозги там, где надо, блядь. А то взял, выбежал и стоит все, блядь. Ёбаный в рот, нахуй. Вот этот мах орегано, блядь. Ты можешь развернуться, блядь, и блинкануться от слизня, нахуй. Ёбаный в рот, блядь. Что ж вы такие тупые, блядь. Просто пизда, нахуй.
Смотри, можно спекнуть ДЦ в ШП, я походу куклу вордру. Не-не, пускай будет ДЦ. Тут не смысл в этом. Тут смысл в том, что маг стоял, блядь, близко, нахуй. Вообще пиздец как близко. Не стоял даже на максимальном рейнже от зеленого, чтобы его убить, а стоял близко и даже не смог развернуться. Да, доты навешать. Но ты не развернулся, не блинканулся, блядь. В чем проблема, блядь? Цель зеленого, почему не сбегаете? Смелики, как цель зеленого выберет, блядь, вы бежите к зеленому и бьете в зеленого, блядь. Сука. Из-за вашей тупости мы вакнули за 5. Кирилл. У меня опять что-то все повисло. Давайте, блядь, без этого ебланца, нахуй. Я заебался, блядь. На вас орать надо или что, блядь? Войды где ты там? Резайте войды. Мне нужна одна штучка льда, и я куплю себе четвертую, это 10. Совой типа? Ну да. Охуенно тебе. Дайте фулл бафы. 300 баф лап. Кто там, блядь? Кирилл, давай догоняй быстрее. Я вылетел. Ну что-то повисает, Вов. Уже второй раз. Кушайте рыбу. Фу. Короче, объясняю особо тупым и одаренным, блядь. Начинаем бить босса. Прожимаемся, переводим его, бля. Начинается переходка. Милики, это время дамажите профа. Зеленый слизень, какой, который выберет цель. Милики бегут и начинают играть зеленого. Вот, этот самый. Рейд РДД, кроме Эршама, сбегайте все в цель зеленого, чтобы никого не убило, блядь. А не отбегайте хуй простишь куда, блядь. Красного замедляешь, сразу войд. Убиваем зеленого, свитчимся в красного, блядь. Пельмени не ловим. Чему, бля, я заберу с мелизоны, блядь. Валера, все, все здесь, все готовы, блядь. Давайте пуляем в профа, пуль. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал... Жмите, прожимайте бурсты, блядь. Прожми крылья, ретрик, блядь. Говорю, бурстим, переводим босса, блядь. Отведи, все, не надо дальше вести. Зачем ты дальше ведешь? Не веди, блядь, стой на месте. Кто бежит, теряет ДПС, блядь. Вон, чему передавайте друг другу? Давайте переводим активнее, больше урона. Все отлично, перевели. Играем зеленого слизня быстрее. Зеленого слизня больше, все войд твои лужи, цель зеленого сбежали. ШП, отбежали от зеленого, подальше от зеленого слизня, быстрее. Доигрываем зеленого, быстро, играем красного, ДЦ, блядь. Ой, этот, подними, пожалуйста. Отбежали от красного, отбегите, блядь. Беги, Валера, беги, скорее он ускорится сейчас. Все, отлично. Дайте баф порыть на палу, блядь. Все, играем, пельмени не ловим, блядь. На вторую переходку уже обои замедлишь. Отводи сейчас ходу, милики, танка там, станьте. Ебучая тупость. Смотрите, слизень появляется, это будет красный слизень. Пельмень сейчас полетит, не ловим пельмень. Пельмень не ловим, вой, замедляй красного. Все, играем все в красного, быстро. Играем в профа, милики в танка, смотрите, РДДшки пельмень. Милики, сразу свищите в зеленого. РДД, оттянитесь отсюда. РДД, съебите от мили зоны.
Хил, ДЦ, почему ты стоишь под боссом, блядь? Бегаемся в зеленого, в зеленого, в зеленого, в зеленого, больше урона. Зеленого играем. Играем профан. Ой, допивай лужи скорее. Сейчас будет красный. Смотрите, пельмень полетит. И будет красный. Все, стопнули дамаг. Стоп ДД, стоп ДД, не бейте босса, иначе мы вайпнемся, будет 3 слизни, мы вайпнемся. Играем в красного быстро. Вот. Все отлично, переводим профа. Заберите чуму с меня. Кинь на зеленого замедление коста. Играем сразу в зеленого. Меня не сбегайтесь, мой портал сбегаться надо. Играем в красного. Можно раздать. Да, можете дать Геру. Давайте Геру. На вкус как вишенка. Ой. ДЦ и гимн на ману спой для рейда. Пельмешка полетит, не ловите пельмень. Стой на месте. Будут колбы, отведи 2 шага. Все, там лужу кинет сейчас. Все, еще 2 шага отведи. Пельмень не ловите. Берите, что кому нужно. Погнали дальше. Вон рог, токен. У тебя уже походу фул токены, нет? Токена есть, да. Только 10 нету. Ну, у тебя еще льда, одна шмотка, бля, и у тебя будет грудак, у тебя уже 4 шмотки будет. На руки можно забить, если я не мутик. Ну, я мутиков в будущем буду далеком собирать. Я вообще задумывал изначально мутика целиком собрать, но кому он в рейдах нужен, да, типа? Ну, комбат лучше. Ты просто наигрался уже комбатом, хотелось мутика собрать. А что это за рог? Да, ну это нормальный рог, короче, я взял, короче, в льду. Это как Алинка Зерсея, под моим протеже. Серсея хоть играет? Да, время от времени заходит. Недавно собирал рейд, кстати. Заходил с ним. Нет, ты потанчишь двоих. На тебя рог напулит, будешь танчить двоих. Нужно подойти ближе. Играйте быстренько. Трэш. Заебем все тапки, короче. Сейчас, если кольцо упадет, все равно заебашу тапки. Поставлю кольцо, блядь, там. Это, Боб, Вольт, Боб, поверь. Сейчас не сделаю. А, уже не есть.
Активный трэш, блядь. Кирилл тоже там не стой, не фикаш. Не фикашил, я шмотку брал. Ага, я понял. У тебя уже 4 шмотки, да? Ну. Врывайтесь на пул, КДВ. Там на это навалить вы будете чистый трач, а портануть не надо в огре будет, я запилю, короче, все. Камень надо взять. Вот, поставлю. Давайте на бомбу быстрее. Кирилл, будешь подбивать кинетику, короче. Так, это, тихо. Чекай на баф, чекай на пул. Да, отбивай ману скорее. Короче, в Хризе на одном войд на двоих рога, на пуль на протопала, на войд форсы. Клиховский баб, дайте. Быстренько. Чекай на пул. Шок, чего не хватает, ШП. Все, пуляй, вот. Вот, взрывайся там. Я на двоих чешу? Да, ты на двоих, вот я рог на пулик. Наберите рейнджер ДДшки сразу, сходу, встаньте в рейндж. Толграмму кинешь, чтобы они сошлись? Не бейте, где-то 3 секунды. Слышите, не бейте, 3 секунды босса. Сдохните вначале, мы не убьем. Вот, на меня боб повис. Не, я цель готов. На Талдораме. Типа. Смотрим, шарик надо будет разгружать. Вот это иди. Отвигивает меня. Где ты там килисета отвел, блядь? Какие-то ебеня, блядь. Нахуй ты его отводишь так далеко. Кинетики подбивай. Вот, отведи их, чтобы ты стоял передо мной, мне будет проще прок ловить, блядь, чтобы я в теле мог долбашить. Ладно. Не понял, куда вести.
А, уже не надо никуда все заебить. Я уже не буду давить прок, я уже и так прок. Могучий вихрь. Ты типа даешь удар в этот, в одна хпшного, и потом под проком этот ожога бьешь? Ну, а потом кастую того, у которого есть хп, да. На хпшном еще можно первого левого стрелы кидать. Ну, типа она скорше кастует, но смысл, типа, блядь. Там, блядь, эти 0.67 секунды, блядь. Это похуй, уже не заморачивается. Убивайте босса быстрее. Валерий, мам, влей, он конится. Вообще. Да, скажи, был бы это кожаный пояс, да, вместо кольчуги? Штаны забрал я так рад вообще. Да. Выбирай. Мобалу, что у меня штаны, блядь. Останется. Я в Хэме. В Хэме позавчера смотрел, там поезд-то никому не нужен был, он бы еще выпал, было бы нормально. Да ладно, оденется еще. Ты так считай, за КД как-то апнулся, нет? Че, по-рослому играем? Ну, я за КД взял печеньку и ботинки. Ну, бисер. В основном. Ну так-то бисовые именно. Ну да. Ну и еще такого второстепенного шмота пару шмоток. И кинжал, и все. Ну да, на плеча, шея. Ну, шея, это спина, там еще что-то. Это с обычки мы ходили с тобой днем. Ну да, да, но я же говорю, типа я вообще в общем не проверил, а вообще за это когда говорю. Да, у тебя уже 5,8, да? Почти 5,9. Нет. А пришел в гильдию, кто мешает? 5,5 пришел, но мне кто-то 5,7 написал в заметках. Ну это я написал, я знал, что до конца когда это уже так будет. Вчера что-то выходили. Не помню, кто релил, вар, кажется, этот. Ну скажи, Релоник, ладно. Да, вроде бы. И этот он такой, ну, врага не напулит, все равно там этот типа не хватит. А потом смотрит, я 5,9, он говорит, я думал, ты 4 с чем-то. Не да еще. Не, я просто посмотрел, что ты на Личе тогда в Гере в 5,5 нормально отыграл. С диспальтом и с диспальтом пристыл. Поэтому и взял гильдию, добрал. Чем оно ты когда это... Просто вчера, когда в Гере были, ты говорил, что немного этот, ну, головатый рейд. Блин, у нас 330 был, кажется, рейдовый на сурке. Не было я на этом, когда хуёвые катки собирал. Потому что все хотят влезть с ебучими вагонами. Валера. Валера. Валера! Бля, ну Валера, ты заебал. Ждем, пока Валера передернет там. Вот, Валера тут. Валера, заебал, мне АФКш. Чекай на пул. Все, пуляй, ДК. ДК пуляй. На меня кинтриксы. Рох. Уже отдал ДК. Дай ПС. Я
отбегаюсь. Ну же смотрим. Блядь, да что ж, сука! Пак, сбегайтесь. Готовьтесь, лужи секунд. Блядь, ну... Ты, блядь, видишь нахуй, что творится, блядь? Сука, какой-то... Пизда, вообще неудачный день. Трубу не унес, блядь, две лужи подряд, блядь. Пизда вообще. Все с наличием еще, все ванки подряд и все осквернения подряд. Да пускай бы было так, лучше с первого трая убьем, блядь. Когда, блядь, на меня кидает, знаешь, я очень люблю, когда на меня на лече, блядь, кем бы я, сука, смотри. Антифильм. Да у меня есть свой антифир, блядь. А еще раз? Только подойдите, блядь. У нас в Трисии такое было, это, на него кидалось 4 осквернения подряд или 5. 4. Это вообще жесть был. Следующее тоже его дать, антифирь, говорю же. Наберите рейндж. Ой, дай соклу. Набрали рейндж, не стоит их лучше. Валера, давай Геру. Да. Да, мне нравится. Играем. Триксы, если есть, можешь кинуть на меня. Это, да, давай ты потом. Кину каталогом. Все взял на переговоры там все. Берите, что кому надо. Бля, у меня, прикиньте, даже ачивок 10 гер нету, бля. А, ну бля, в принципе, я на том КД апнул, блядь, этот сияние, блядь, ёпта. Ой, я еще, бля, лед. Даже, блядь, этот блок еще не был во льду тут. Вообще нигде не был, бля, ёбаный в рот. Обычно после сурка расход начинается. Что-что? Ну, потому что расход обычно после сурка. На 10 гер. Да какой хуй, у меня всегда рейды на фулле идут, бля, 10 гер, бля. Мне очень редко, бля, мне надо очень сильно вывести из себя, чтобы я, бля, сказал, идите нахуй, пидор, я ушел, бля. Этот самый так, блядь, добьем этот трэш следующий, не агрите танки, этот добиваем сейчас быстренько, я шкафану. И портанусь у меня за сумоните, почистите трэш без меня, я думаю, справитесь, блядь. Шкаф не пропадет, пока мы будем чистить? Не пропадет. Не агрите больше ничего. Не веди нахуй, нахуй ты лезешь. Жмите на шкаф быстрее. Все, давайте вперед, я портуюсь. Думаю, 2 минуты мне хватит, бля. Мне просто надо метасокет купить, дичарку на голову. Сейчас сразу хую голову махну.
У меня токен лежал, я что-то провтыкал геровский. Пинки. У тебя не было четвертого куска или что? Или ты сейчас освещать собираешься? В гер. Я голову просто, у меня токен с геры лежит в сумке. Понимаешь? Да-да-да. Геровский токен. И мне надо, короче, этот самый, ну, чарку купить в Долоране и камень особый, типа, в этом. Играйте по левой задышке. Там я еще раз симонетики кинул все. Там еще шкаф должен быть. Все, я чарку на голову купил, а то у меня 50 секунд до сумона, и не успею, мне надо еще на песок бегать купить. Еще раз сумонить, и я сейчас, ну, уже буду. Да, да, не портанусь на порт. Сейчас один так пробьем. Хорошо. Пошли, Сумоня. Отмени там тот сум. Прошу, Сумоньте. Сожгите мои останки. Хочу согреться хоть после смерти. Сейчас, еще не Сумоньте, блядь, я проебал немножко. Я сейчас отменю, когда портанусь в огру. Все, еще раз, сумони меня. Это точно уже последний раз. Все, привык. Отлично, иди тебе эти трэш. Как этот камень на 21 критического урона называется, ребята? На 20. Смертоносный, нет? А, про мета соки? А, про мета, понятно. Что, как раз он 50 секунд, я сумму не вставлю. Оп. О, уже лок 61. Крутый крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного... Лицом, короче, взял бошку, потому что дает больше ГС, пуги будут брать в рейд, блядь. 6К морозится еще, блядь, а 61 уже, типа, будет, блядь, вот, типа, 61. Ты не так уж плохо, типа. Когда я докачал ханта давно когда-то, вот у меня там было 3 КГС, я всем плюсовал, там что-то собирает, я просто пишу там хант 3К, ну и там все там что-то минус, а потом один чувак берет, говорит, типа, а, да, дарки, там нормальные чуваки у вас в гильдии, типа, только из-за этого я тебя возьму, взял мне что-то там 25 обычку, что-то такое. Братья, блядь, кинки такие. Пока я качался, мне много народу из ПП кикало за то, что я из дарков просто, знаешь, регнул ПП, а те кикают сразу. Нормально. Ну, не похуй, я всех нахуй шлю, бля. Я вам с Антатом по приколу так себе качаю, знаешь.
Потому что нечего делать. И, ну, если кто-то что-то мне, блядь, пишет, какую-то хуйню, я их так, блядь, просто вафлю, блядь, что просто пизда. Треть прибахнет. Давайте этот самый. Вот, спек полипал. А, у тебя нет спека, ты полипал, да? Да я соло поставил. Ну давай, Даниэль там. В ретрика спекнет. Будь ретриком уже. Похуй. Давайте. Чекай на бафы, чекай на пул. Там соберешь больше спектов. Все, давайте станки. Тут рейд, что я ливнул, короче, с профайла, они еще до сих пор на профе там вайпают. Будьте осторожны, они сегодня 8 вечера собирают 25 гер опять там. Мне, походу, из рейда в рейд будут идти, блядь. Кто? Сейчас что за рейд? Ну вон, видите, пуги, блядь, в этом 25 гер на профе вайпаются. И там, где прист Кнутовский собирал, что ли? Ну да, там. Я от них ливнул с профа, короче. Огненный слева, огненный. Огненный, иди сюда. Играйте это, ледяного, волдырного, блядь. Валера, собери там, блядь, 20 порталов. На себя быстренько не забывай обновлять. Порталов, чтобы ты не умер. Большого дайте ОЕ. Даю, хиль меня только. Валера, в портал, а главное, на себя быстрину кидай, блядь, не втыкайся. И радио подавление. Давай, Валера, в портал. Огненный слева. Огненного сливайте. Притяни его. Вот, выбери огненного на себя. Я сейчас всех игры хауе тут заебили. Боб на меня, быстро. Смотри, блядь, как выдохли, блядь. Ебать глисты, нахуй. Поздыхали, Валера, должен собрать 25 порталов, чтобы захилить, короче. Смотри, еще двое порталов, эти еще одни, и тогда выйдем даже еду дохиливать босса. Давайте подавление. Огненный. В огненного играйте. Бля, ну как рох у меня? Где рох лежит? Берни рога. Войд, блядь, ёбаный в рот. Пал Ахильки, пал бабл. Баблонис. Дайте бафу по рогу. Крестовский баф, лапу инту.
Валера, быстрее наноси. А, он один сегодня. Что ли хилит, я понял. Ты что? Я бы сказал, я бы спекнулся. Да ладно, он сейчас после этих портов выйдет, даст две рыбы хилит. Последние порты. Там стрелял он, блядь. Я палом фоликом, блядь, я тебе отвечаю, я в Элитрию захиливал, блядь, без порталов, блядь, соло, вот это, после этой обновы, блядь, без нихуя вообще, просто вставал и захиливал, блядь. Я тебе отвечаю. С кем это я был, блядь, что я был холипалом, я не полез в порталы. Этот приз, Black Sea Lily. Да, и гимн на хп. Валю в таргет и гимн на хп. Подавление, сливайте, что главное. Уже Валера потом не лезь в порталы, просто хиль босса. И так это хиль. Заходи, не дохилишь. Заходи в портал. Дохилит, хватит маны там, блядь. Один лям. Да не, она просто быстрее у нее слетает, чем она хилит. Ну, не знаю. Там один лям. Хиль, блядь. Ну, смотри. Мах, лайфу снова. Ледяного, блядь, танки. Почему там ледяной порой бежимой? Блядь. Не захилишь, блядь, ебаный, блядь. Подожди, Гера. Здесь очень сильно по подавлению играть. Хочешь что-то сделать хорошо, называется, сделай это сам, блядь. Помогайте ему хилиться, кто может там, блядь. Давайте, а то сейчас бурса уже прокнет. Там мы не отхилим, скорее всего. Давайте, хильте все, кто может, блядь. По возражению. Там. Чё, пешки. Давайте 4%, блядь. 3, блядь. 2%. Давай сможем сейчас. Ну давайте, чуть-чуть еще процентик, блядь. Ебать, неужели? Подавление слейте, главное. Что, наебись. Получите пизды, уёбки, сука. Валю захилили, суки. Ебать. Да пиздец. Да бля, какого хуя? Почему я тогда холипалом захилил без проблем, бля, без порталов, без нихуя? Слышишь? Блядь, упаду, сука. Это когда вышел с порталов, дал Геру, начал хилить. И как раз эти били, блядь. Подавители. Там до хера моего. Подавители мы очень быстро убивали. Ресните, ресните меня быстро. Синки, блядь. Да хуй его знает. Не в этом, блядь. Я когда-то пошел в 10 обычку, блядь. С рыбаком, короче, с самогоном, блядь. Там такой слава был. Короче, такая хуйня. Самогон въебал истерию на валитрию. Знаешь, ну, думал, что я не захилю, блядь. Я хуярил, блядь, собирал там 10 обычки порталы, там где-то 25 порталов, еле ее отхилил. Они в два бладдека были, и второй тоже кинул истерию. Сука, я ну так.